Некоторым пассажирам в аэропорту Хельсинки не нужно рыться в сумках в поисках документов и кодов регистрации. Теперь все, что им нужно, это их лицо. Крупнейшая авиакомпания Финляндии тестирует новую технологию распознавания лица. Услуга предоставляется некоторым клиентам с приоритетным статусом. Пассажиры могут подойти к стойке регистрации и сразу получить свой посадочный талон. Цель – упростить процесс посадки в самолет. Мы можем сделать путешествие по аэропорту для клиентов более быстрым и простым. Это, конечно, хорошо. Для тестирования отобрали тысячи постоянных клиентов авиакомпании. Они установили приложение Finnair на свои смартфоны и загрузили по 3 селфи в облачную систему, чтобы создать уникальный биометрический профайл. Благодаря этому камера в аэропорту моментально узнает человека. Клиенты приезжают в аэропорт, приходят на регистрацию, а менеджер на стойке уже знает имя клиента и куда он направляется. Звучит захватывающе. Но некоторые эксперты говорят, что такая технология затрагивает вопрос защиты личных данных. Ее могут использовать без согласия клиентов. Кроме того, данные в сети могут быть похищены. С одной стороны, конечно, технология очень интересная. С другой, каждая технология подразумевает определенный риск. Функция распознавания лица затрагивает вопрос конфиденциальности. При этом, даже если систему внедрят, необходимо решить некоторые трудности. Например, как распознать лицо, если человек в темных очках, или если в объектив камеры попала группа пассажиров. Тем временем в авиакомпании говорят, что собираются тестировать технологию распознавания лица и в зоне посадки в самолет. Здесь хотят отказаться от очередей у стойки проверки посадочных талонов. Пассажиры будут сразу заходить в салон, и система сама будет проверять их по лицам.